стоит. Открывай дверку быстро, не кидай. Быстро открывай дверку, не хлопайте только. Подожди. Быстрее только снимай. Вот мы выезжаем из Потеряевки, поехали в Барнаул и обнаружили машину чью-то. Коноплю собирают. Коноплю? Да. Собирают, а зимой. Это у нас сухая. Прям побросали все. Что это, конопля разве? Там не видно, есть уже применение. Ну да. Конопля, да? Да. Сезон заканчивается, но... Смотри, как колеса у них. Шипованные, зимние. Это, видимо, недавно, да? Вот тут что-то здесь. Где-то здесь? Да. Теплое вроде. Их же надо это. Теплое? Мокрое где-то. Ну, пойдем. Надо посоветоваться с Игнатьевичем. Пойдем, Никита. Давай бегом. Нам-то они не мешают, если ты наркоман. У наркомана ты уже тогда и порог любой. Кто номер запомнил там машину? Кто запомнил? Я же на видео снимаю. Ну, сейчас нужно сказать. Я говорил, когда мы были здесь, я картошку брали. Я говорю, наркоманы обязательно приедут. Конопля везде растет. Ладно, выруливаем. А где они сами тогда могут находиться? Ну, пустят где-то там. Надо мне сообщать-то. Ты за это никто и ничего. Это Володя. Она такая. То, что они здесь, ну они тогда и другое могут брать. Это вот поймали с горючим, с соляркой. Они те годы у нас там были около лагеря. Сколько сейчас времени? Пол первого, наверное. Еще. Как ты думаешь, Андрюша? Еще нет, помолиться, да и все. Благослови, Господи, не помилуй. Не допусти никакого злодейства. Мы сейчас съездили. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.